В этом году избирательная система Краснодарского края отмечает свое 25-летие. В районной администрации прошло торжественное мероприятие, на котором благодарственными письмами были отмечены сотрудники избиркома, члены участковых избирательных комиссий, работники служб, в тесном взаимодействии с которыми организуются и проводятся выборы. Существующая в нашей стране избирательная система является одной из самых демократичных в мире. Она постоянно совершенствуется. В практику работы избирательных комиссий всех уровней вводятся современные средства учета мнения избирателей. Лозунг избирательной системы Краснодарского края – работа в интересах кубанских избирателей. За последние 25 лет в регионе проведено 15 избирательных кампаний федерального уровня, 20 – регионального уровня, 3849 в органы местного самоуправления. Председатель территориальной избирательной комиссии Славянская Анатолий Чумаков отметил важность сотрудничества избиркома с представителями исполнительной, законодательной властей, общественными организациями и политическими партиями. Все это способствует укреплению выборного законодательства. Избирательная система Краснодарского края берет свое начало с проведения первых выборов в законодательное собрание Краснодарского края, которое состоялось 20 ноября 1994 года. И мы являемся во всей Российской Федерации Краснодарский край первопроходцами, потому что первые в стране приняли вот закон об избирательных системах. На сегодняшний день это в 2-3 регионах всего лишь в Российской Федерации отмечается вот такой праздник. Уверен, что день избирательной системы Кубани – это праздник и тех, кто помогает нам в организации выборов. Праздник тех, кто избирается, и, конечно же, праздник тех, кто избирается, то есть праздник кубанских избирателей. Все вместе мы и образуем то, что называется избирательная система Краснодарского края. На торжественное собрание, посвященное 25-летию избирательной системы края, были приглашены те, благодаря кому в нашем районе организуются и открыто проводятся выборы. А славянцы могут реализовать свое конституционное право – избирать и быть избранным. Сотрудников районного избиркома, членов участковых избирательных комиссий, а также представителей служб, в тесном взаимодействии с которыми проводятся выборы, поблагодарил за работу и поздравил с юбилейной датой глава Славянского района Роман Синеговский. Работа очень сложная, она связана прежде всего это с соблюдением законодательства. Это работа с людьми. Все мы с вами работаем с людьми, я в том числе, знаем, какие мы все с вами разные. Все сегодня вот, заслуги, которые есть в Славянском районе, все наши хорошие показатели, это, конечно же, в том числе и ваша заслуга, потому что вы создаете фундамент для спокойной, нормальной, конструктивной работы. Хочу сказать большое спасибо, пожелать тоже вам терпения, пожелать вам крепкого здоровья. Значит, не меняйте курс, мы будем поддерживать, мы, если какие-то проблемы есть, вы их озвучиваете. Будем обсуждать, будем пытаться помогать. Большой вклад в развитие Славянского района всех, кто работает в избирательной системе края, в своем приветственном слове отметил и председатель районного совета Григорий Литовко. Подчеркнул, что с такой командой профессионалов можно смело идти вперед, четко и организованно проводить выборы любого уровня. За многолетнюю и плодотворную работу приглашенные на торжественное собрание были отмечены благодарственными письмами главы района и памятными подарками. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».